Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Бусенко. Всем привет. В общем, мы решили пойти покачаться по системе данжей, да, Бусь? Но перед тем, как мы туда пойдем, сейчас в кошку прыгай, пойдем привяжемся к таверне местной. Заодно там чё, кого мусор продадим. Побежали. Не знаю, конечно, сколько мы тут проторчим. Ну, в том плане, что насколько долго в режиме поиска. Но сейчас вроде как к такому позднему вечеру должно быть нормально игроков. По крайней мере, чат он не умолкает. Все только и делают, что кипишуют. Самое парадоксальное, когда мы играли на офе, помнишь, несмотря на то, что вроде там, по идее, на офе уже все там прокачались, всегда находились те, с кем можно было попасть в рандомы. Да, можно. Особенно я помню, когда только мы пришли в момент старта дополнения Дренор, там было нереально много людей. Там просто жесть. Я помню, там прежде чем гарнизон построил, самый первый, когда он был в самом-самом таком начальном уровне, там вообще там на каждом боссе очередь была. Гасили все как могли. Было прикольно, конечно. Так. Сейчас разберемся здесь налево. Налево. Хочу запомнить, куда нам точно идти. Быстрее бы уже научиться летать, а? Вот так вот пешком бегать, это ё-моё, да? Полетами было бы интереснее. Хоп, и улетел. Куда захотел. Ну, знаешь, если я тебя здесь теряю периодически, когда мы будем с тобой летать, это пипец что будет. Так, сек. Не здесь, вон там переход. Справа он мост. Ну, тебе надо просто со временем привыкнуть, когда ты начнешь сама ориентироваться во времени и пространстве. Там девочка только что самоубийца, прикинь, воду нырнула. Пропрыгала по воде и пошла дальше, прикинь. Жесть. Самоубийцу. Доска объявлений. Так. Жесть, конечно. Всякое видел, но это просто что-то. Текс. Яблочки. Яблочки. Так, здесь налево. Вот там направо и налево в арку. Так, потом опять направо. Лабиринты меня водят. Так, сек. Черт. Отбой, назад. Немножко промахнулись. Назад. А я рассказал лабиринтов. Да блин, башка начала болеть. Пульсирует. Я начинаю тупить. А, вот и сюда, в синий квартал. Он же называется торговый. Налево. Направо. И до конца по прямой. Осторожнее, здесь много игроков, поэтому можешь запутаться, потерять меня. Так, вот. Здесь хозяйка таверни, крикни на нее. И там будет написано «Make this in my home». Береги себя. Там гаечка, нажимаешь «Подтвердить» и все, и привязываешься. Все, привязалось? Да, вижу, привязалось. Да. Здорово. Так, ну что ж, давай я систему рандомов посмотрю. Тут есть вот случайная с допиком. Блин, ну ладно. По-моему, если не ошибаюсь, конкретно на подземелье, конечно, допика не будет. Ну пофиг. Вступаем группой. Мне нельзя принять. Что нельзя принять? Недоступно. Ну, в смысле... Тебе это... нужно роль выбрать. Хиллера. А кто он, хиллер? Крестик, плюсик такой. Плюсик, окей. А, вот видишь, как только ты выбрала, сразу он... собралась пати. Подземелье, да? О, нет, я ненавижу это. Страшно. Ненавижу это подземелье. Оно стрёмное. Тем более, я еще... Кстати, я и медведем еще ни разу не танковал. Бери квестики. Смешно, если, конечно, нам будет работать. Куда? Удачи, друг. Я еще... Ты еще грузишься? Я знал, что ты придешь. Да.
Ладно. Да осветит твой путь вечное солнце. Ноги стоят. Все, вот здесь вот этих ребят бери, квест. Да я еще гружу. Хорошо, хорошо. Сейчас будет все мило. Не только тут еще... А, это питомец, по-моему, да. Еще грудь? Все? Пофиг на остальные, главное, ты меня жди. Да они убежали, им пофиг. Бери квесты быстрее, пока они не убили мобов. На скорость. Он тупит. У мужика там нужно отказаться, ну, в смысле, закрыть, а потом опять с ним поговорить. Тогда он вторую часть даст квест. Так, три квеста, да? Да, три квеста, все, пошли. Все. А то они сейчас начнут убивать квестовых монстров, и мы с тобой ничего не получим. Да, все правильно. Правильно. Где-то. Я сзади. Тут всех наубивали, блин. Квест, собирай это с мобов, лутай. Добро. Почему они туда бегают? Может, мы им не нужны, они так хорошо справляются. Да? Не достаю, слишком далеко. Я вообще реально еще ни разу не танковал, он даже понятия не имею. Пусть не забывай меня хилить. Таких вроде все нормально, пока с хилом. Ты же у меня в образе. Да-да. У меня нет цели. Я хилю тебя. Грязьки, наги. Да, господи, я не могу всех одновременно. А, говорит, я не привык им бегать. Ай, на меня страх наложили. Черт. Это боссик. Будет спич. Как получится. Так, ну, худо-бедно что-то запинали. Я вообще ничего уже не помню. Что, пойдем дальше? Чего не хотят? Нужно подойти. Че мне это? Блин. Все хорошо. Пойдем потихонечку. А, пофиг, пошли за ними. Я уже не помню. Низ, падай. Подожди. Что это такое? Падать. Некоторые прям вышли. Да, падай быстрее сюда. Пошли. Что-то некоторые убежали. Кто куда причем? А, тут быстрее черепашка есть. Давай зафигачим, подхиливай меня. Жесткий пояс. Вот тут к боссику идем, пойдем, все нормально. Крокодиль. Я же всех хилила, что ушли? Не знаю, один только ушел. У меня нет цели. Тут костяшки я есть. Плохо хилил? Почему? Да нет, может его выкинуло. Или просто ему надоело играть. Хрен знает. Что вы там собрали? Да там какой-то квестовый айтем, цветы, по-моему, или что это, змеи цвет. К сожалению, все равно не сможем вас собрать. Ну ничего страшного, пошли наверх. Так, сейчас мы идем к боське. Я вообще уже ничего не помню. Мне никогда это место не нравилось. Так что, скорее всего, я не буду больше рандома выбирать. Наверное, буду выбирать конкретные подземелья, те, которые мне нравятся. Которые комфортнее. Не забывай меня подхилить, ты не меня хилишь. Я знаю. Так, сейчас меня все хорошо. Мишку. Бешеный мишку. Я сеньор бешеный мишку. Странно, почему я все время все забираю?
нас так, что ли, это? Наверное, так в пати распоряжение идет. Слишком далеко. Так, там сейчас будет вообще весело. Погнали. Все, потихонечку меня подхилило, и все будет огонь. Так, по-моему, с меня слетел. Может и нет. Мне нужна цель. Блин, реально все забирается. Я так скоро здесь перезаполнюсь. Смени цвет. Так, все, пошли отсюда на выход. Подожди. Поверху, поверху. Не отставай. Я вижу, вижу. Так, пойдем дальше. Впереди дядьки, друиды. Мне нужна цель. Готово. О, нифига себе, реально скоро заполнюсь зеленкой. Да, спасибо. Ну, я уже думал, я сейчас откинусь. Немножко. Ага, такое, конечно же. Страшно. Нужно подойти поближе. Как же иначе-то? Молодец, все хорошо, едем дальше. Какой-то эффект пошел. У меня нет цели. Так. А, дальше идем. В конце должен быть бойск. Конечно, мы его уже не убили. Я вообще не помню уже распоряжение этих мест. Так. Тюм-тюм-тюм. Жалко, что, конечно, еще один ДД ушел. Огонь. Быстрее бы били, чем сейчас. Да? Такс. Какая дерзкая. На меня страх наложили. Однако. Лишь бы этом не загрели бойска, это будет вообще жопа. Так, все, огонь, да? Все, пошли на него. Вам никогда не пробудить дремлющего. Я даже не успеваю понять, что он там говорит, да? Что? Кого? Почему? Просто лупим. Все готово. У него шмотки какие-то были. Персональные. Что, пойдем вниз? Странно, что-то у меня там горит.
А, кожа. Кожа. Ай, осторожнее, падай вниз. Ай, я поцарапал. Подожди меня. Давай, падай, падай. Давай. Падай, давай, давай быстрее, это прям на скорость. Все, пошли. Тут, причем, видишь, фишка все время надо быть на движухе. Постоянно. Что-то я нифига еще не даже не левелапнулся, по-прежнему 19-й. Однако. Так. Здесь что-то где-то бочка должен быть. Помню уже где. По-моему, где-то в воде. Крокодил? Нет. Кто-то должен быть, не помню кто. Ладно. А может, мы его уже убили? Ну, я помню, что мы по низу должны идти, это точно. Это я точно помню. Двадцать четвертый уровень. Здесь направо. Однако. Раньше, помню, здесь еще черепаха была периодически. Спаунилась именно тут. Что-то чувак так хорошо всех убивает, что я аж начинаю завидовать. Да? Ты тоже? О, впереди смотри, какой здоровый шкам. Давай быстро начинаем рубаться. Смотри, как у меня пинает сильно. Представляешь, какую уж. Это же ужасно. А что ты переживаешь? Да я сыкою. Я всегда сыкою. Это же страшно. Если... Мне вообще непривычно. Я максимум бегал паладином в качестве танка и рыцарем смерти. Там-то я уже наизусть помню кнопки. А медведом я вообще не играл. Все, ух ты, гад какой, а. Тебя бьет. Надо его загреть. Так, вроде есть эффект. Там чувак до сих пор еще бесится. Готов. Все, пойдем дальше. Некуда класть. Я перезаполнился весь, прикинь. У меня куча всяких шмоток, и даже некоторые из них зеленые. Но я весь перезаполнился. Я просто, знаешь, я сейчас не знаю. Не дай бог выкину лишнее. Да я... Мне уже пофиг, я перезаполнился, придется это... Потом... Так бегать. А выкидывать тоже как-то не, некогда рассматривать. Что там лишнее, что нет. Однако. Я больше не унесу. Все, пойдем дальше. Я даже не пытаюсь уже ничего брать. Во-первых, нет смысла. Во-вторых, я перезаполнен и даже не хочу заморачиваться. Что дадут, то дадут. Ну, я имею в виду шмоток. Как ты считаешь? А что тебе дадут, если ты перезаполнен? Не, ну там, кстати, в конце нам по квестам дадут и по этим. И синий сундук нам еще будет дан. Нужно подойти поближе. Это кому-то, я не пойму. Некуда класть. Икс. Что у нас там? Мне нужна цель. Такс. Интересно. Yeah.
Да, Мишка очень медленно бьет. Я больше очень тяжко. Все, пойдем дальше быть. Молодец, ты классно хилишь. Прям супер-пупер. Я бы тебе даже дал орден. Это что? И как же он назывался? Да? Захили меня до смерти. Захиль меня полностью. Здесь осторожнее, нужно прыгнуть, только вниз не упади. Здесь прыжок обязательно, на конце сделай прыжок. Иначе упадешь вниз. Молодец. А как лучше нам прыгуну не дашь? Ты не поверишь, когда ты прыгал, у меня все сжалось внутри. Я думаю, не дай бог, сейчас рюхнешься вниз, это побежать такой крюк. Это вообще просто. Знаешь, так адреналинчик так хоп, в кровь поступает. Думаешь, нет, только не это, только не это, подзязя. Здесь осторожнее, вдоль стенки иди, левый. О, нифига тут. Чувак есть. Мне нужна цель. Сначала бы этих убить. Бля, всех загребли, заебца. Сейчас будет заебенно. Все висят. Пусть хиль, что есть силы, я не знаю. Что сейчас из этого получится, но будет очень больно. Это я точно знаю. Блять, я обездвижен. Так, один должен уже вот-вот сдохнуть. Давай. Так, один подох. Отлично. Пусть у меня мало хпшек, хим меня полностью. Сейчас всех подохну. Я вообще... Не пойму, кто там херачит. Из дальника. Все, я разобрался. Я себя забрал, а то он на тебя по тебе бьет. Ай, меня. Что происходит? Все, убили змейку. Там змейка бесилась. Поблизко не подходи к этому другу, он тут всех станет массово. Массухами бьет. Мощный девчик. Старый добрый мишка, есть эффект. Фух. Все, сама себя под хиль тоже, маленько. Себя на F1 нажми и подхиль. А только не за и на ходу это делай. У тебя все навыки, они на ходу могут. Пойдем. Не, не могут. Да, странно. Так, что у нас тут? Падай вниз. Там будет плюха. Пч! Воду. Да, падай. И поплыли. Да, давай быстрей. Сюда за нами. О, черт, так вовремя. О, блин. Блин, я даже не дотяну за него. Ладно, похрену, придется терпеть. Вот кому там приспичило на ночь глядя звонить? Однако. По закону подлости я даже подойти не могу. Ладно, пошли наверх, там еще у нас динозаврики остались. Тикс. Наверх? Да, наверх давай. Наверх и налево. Вижу. Чувак пошел квесты сдавать, походу побежал. Не слишком далеко. Дядя Миша. My name is дядя Миша. Тикс. Тикс. Опа. Что, пойдем дальше, посмотрим, там еще у нас один должен боссинг быть. Вроде бы как. Из этих типов шкура нужна, так что их обязательно обшманывай в труп. Блин, а у меня места нет. А, неважно, они это айтемы, ну, квестовые вещи, их они автоматически помещаются в отдельную ячейку. Все, потом налево дальше. Трупы, в принципе, долго, к эти, которые с лутом, они долго будут висеть, они не будут пропадать.
Ну, я имею в виду с квестовыми лутом. По крайней мере, вроде как так было. Внизу. Бедный изменчивый эктоплазма мучают. Мне нужна цель. Знаю, что эти змеи цвета, к сожалению, не у всех выполнится этот квест, в силу того, что ну, вообще на всех не хватает. Это типа повторно отсюда идти, но квест проще забить на него, чем выполнять. О. Я маленько завтыкал это. Осталось с новой группой, пока со змеей цветом загорелся. Закосячил такой. Все прибежали, а танк сзади бежит. Однако. Все, мы типа прошли. Вроде как. Так, с него вещи не забудь забрать. Какие есть ценные. Некуда класть. Мерцающий наруч. Все, некоторые уже вон лишь спать и вышли. Это их право. Есть такая фишка, я не помню уже как, но, по-моему, выйти и зайти в данши, и тем самым можно оказаться у входа. Блин, не могу этого, одну фигню забрать. Не знаю, нужна она, нет. Я больше не унесу. Что ты сделал сейчас? Или ты рядом? Я рядом. Так, я не помню, как-то можно было покинуть данши и зайти опять сюда. Нет. Не помню, короче, не буду рисковать, пошли пешком. Зададим квест. Что я не помню, а выходить рисковать я не хочу. Просто не помню. Некуда класть. Было дело, я как-то так выходил. Сейчас не помню, как делается. Не отставай, бысь. Ты куда пошел? На выход пошел. Пойдем. А где выход? Ну я тебе говорю, пошли. Я не помню, как выходить, вот честно, хоть убей. Как-то есть способ выйти, а потом зайти. Я имею в виду в данж, прям всосаться. Я просто не помню, как. Потихонечку пошли, обходим здесь всех. Вроде как все убиты. Кроме... Майон сопровожден. Крик побежден, доп задач кишкам побежден. Странно, они побеждены, но... Плюшек за это не дали. Просто я вообще не помню, как. Как это делается? Здесь налево. А, вот, по-моему, в поиске подземелья. Да, вот точно, переместиться из подземелья и потом обратно. Все, глазик около карты нашел. Потом покажу тебе. Так. Сидит, ждет, когда все прибегут. Типа такие раки бегут. Не выполнили половину. У меня шкур не хватает и много чего. Я польщена. Ну ладно. А я не смогу ничего взять, у меня же места нет. Банан, что ли, выбросить? Так, перчатки, кожа. Ты хочешь взять? Так, тоже, да, только один у тебя выполнился. Возьми, короче, я вот сапоги возьму, а ты перчи возьми. Перчатки. Храните 21-й. Да. А у этого эти... Шкуры из загадочных существ. Да. Все, выходи из пати. Чё как? Смотри, берешь это и просто нажимаешь покинуть пати.
на себе на правой кнопкой над своим никнеймом и покинуть группу для прохождения подземелья. И тебя выкинет там, в то место, где мы с тобой были. Перед тем, как вы зашли в данж. Эти задания можно потом, в принципе, хочешь отмени, хочешь нет. Можно их, конечно, попытаться пройти. Но, если честно, я не люблю этот данж. Во-первых, там долго бегать, и мне он неприятен. Так что и отменяй эти задания, хочешь, тоже можешь отменить. Да? Да, мне не нравится. Сундук, кстати, не дали, обещанный. Кстати, мне... я нажимаю на L, там нету же этих заданий. Да. А, есть. Вот все. Так, сейчас вот смотри. Так, наверное, давай на этом серию закончим. Пойдем продадимся, посмотрим, что можно одеть на себя, что нет. Я Мишка, не потеряешь меня? Да, все, за мной потихонечку пошли к барыге напротив. Вот, разберемся, что кого. Босс страны тренировочный попался. Так, вот здесь вот, смотри, вот здесь наверху, вот тут вот, мечи где. Вот, разберемся сейчас, что кого раскидаемся, а там будем уже думать. Куда я не хочу вступить. Okay. Все, вот. Фух, что ж, дорогие друзья, у нас на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, кому понравилось, не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока. Пока.